Зарплаты, пенсии, пособия выплачивать вовремя и в полном объеме. Главная задача от президента. Глава государства провел совещание с руководством правительства и Верховного Совета. Обсуждали бюджет, программы развития сокращают. Это вынужденная мера. Понятно, причина ясна. В силу складывающихся геополитических обстоятельств, нарушения рынков, логистики, наши предприниматели утратили былую предпринимательскую активность по внешнеэкономической деятельности. Естественно, у нас прогнозируется недопоступление в бюджет. Естественно, мы должны исполнить задачу именно полноты исполнения наших социальных обязательств. Вследствие чего мы должны подумать, как поработать с бюджетом таким образом, чтобы обеспечить нашу главную задачу по исполнению социальных обязательств, по выплате пенсии и зарплат, иных социальных обязательств, поддержка здравоохранения, естественно. И данное сокращение бюджета должно все-таки не остановить наше развитие полностью. Да, мы должны его замедлить, но не остановить. Программа развития – это капвложения и детсады, школы, больницы, дороги. Ремонтов в этом году меньше. Работы будут вестись там, где откладывать нельзя. Бюджет корректируют. На совещании обсудили каждый пункт изменений. Как подчеркнул глава государства, в любых условиях первоочередной задачей является полнота и своевременность исполнения социальных обязательств государства – выплаты заработных плат, пенсий и пособий.